Сегодня на Красной площади Макс Покровский закладывает аллею звезд. Пойдем посмотрим. Красный, значит, красивый. Здесь все очень красиво, и вы очень красивые. И вот вы говорите, здесь очень много счастливых лиц. Я думаю, что самая счастливая моя физиономия. Я вас очень рад видеть. Скажите, а вот есть ли подобные звезды в других городах России или мира? У нас? О, это прекрасный вопрос. Кто не слышал, есть ли подобные звезды? У нас есть только одна звезда, но ее не закладывали. Это где-то, наверное, год 97-98 была и Первым каналом устроена, по-моему, она даже один год просуществовала, премия «Звезда». Вот такая звезда у нас есть. И она нам очень дорога, и она у нас была одна до настоящего момента. Имена каких звезд современности достойны разместиться здесь, согласно вашим музыкальным предпочтениям? Знаете, давайте совершенно не обращайте внимания на мой ответ, потому что это первое, что мне пришло в голову, это означает, что это не самое главное, а просто первое, что пришло. Мы недавно приехали, мы из Ростова приехали в Краснодар буквально час-полтора назад, сидели, обедали, играл какой-то музыкальный канал и звучала музыка артистки, сейчас все хорошо в России знают, LP. Я бы вам предложил заложить ее звезду.